Всем привет! Мы выходим на финишную прямую. Целый месяц города России боролись за право принять у себя зимний фестиваль «Красота как образ жизни». Белгород, встречая фестиваль и специального гостя, серебряного призера Олимпийских игр в дисциплине сноуборд-кросс, заслуженного мастера спорта, неподражаемого Николая Алюнина. Привет, Коль. Привет, Тимур. Как дела? Все отлично. Ну, чем будешь удивлять гостей фестиваля? Я расскажу, как самостоятельно научиться кататься на сноуборде и достичь хороших результатов. Покажу разные техники катания на доске в горах и на равнине. Звучит круто. И это еще не все. Кроме тренировки на доске, у нас будут игры на свежем воздухе, специальный зимний мастер-класс от официального визажиста Oriflame и много интересных подарков. Вы прекрасно проведете время в кругу семьи и друзей. А ты знаешь, что в Белгороде 924 спортивных объекта, которые вмещают более 29 тысяч человек, а еще там родилась сама Светлана Хоркина. В общем, белгородцы, приходите, мы будем отрываться вместе с Николаем Алюниным на фестивале «Красота как образ жизни». Подробности на сайте Oriflame. Мы ждем всех. Oriflame зима близко.